Сегодня на сегодня предупреждение, ну, предупреждено подключение. Поэтому мы... Да, будь ласка, что, если... Я что, против? Представник ваш, кто будет главный? Главный энергетик. А можно ее вызвать, да? Конечно, сейчас. Да вы что, третьи подъемы не будете гасить? Ну, пока админ приближит. ЦХ по месту. Як? ЦХ по месту будем тоже. ЦХ? Да. Мастерские. А что? Зайдите мне. А что там ЦХ? Два токарных станка. Что там ЦХ? Ты не бачишь никаких проблем. Это же типа еще было энерго. Они хотят погасить АБК, административно-бытовой корпус и мастерские. Мастерские, може, пожалуйста, но адміністративно, як ми приймемо заявки від мешканців, як ми зможемо робити бухгалтерію, якщо ми це відключимо. Ми не зможемо демократизовані. Ми жодної заявки мешканців, от зараз вони 1000 чи 1200 міліметрів водовод, і ми не зможемо навіть прийняти людей заявку. Що далі? В тюрму йти? Все, включимо. Зарплата, які ви такі хатаєте?